Итоги минувшего и планы на текущий год на базе специализированной школы Олимпийского резерва по боксу обсудили тренеры и представители филиала федерации. Возглавил встречу новый руководитель Гаджимурад Омаров. На повестку дня были вынесены вопросы популяризации данного вида спорта в городе. Участие в обсуждении также приняли старший тренер Республики Дагестан по боксу Руслан Хаиров, заслуженные тренеры России Нурипаша Талибов и Зубир Джафаров, начальник управления культуры города Аскерхан Гасанов и многие другие. Присутствующие затронули тему судейства, а также нехватку мест для проведения соревнований. Особое внимание собравшиеся обратили и на первоначальные взносы, которые спортсмены предоставляют на состязаниях, что, по их мнению, является возмутительным. Говоря об итогах 2023 года, участники встречи отметили положительную динамику в достижении высоких результатов каспийских боксеров.